Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Славкер Фишинг. И сегодня я выехал на один дикарь своего региона, чтобы половить карася и карпа. Конечно, в надежде, когда я сюда приезжаю, всегда у меня поймать карпа, но что-то в последнее время не получается, и клюет один карась. Но думаю, сегодня будет что-то интересное для вас, так что всем приятного просмотра. Опа. Вот, карасек какой-то засекся, походу. Ох, не хочет идти, тяжеловатенький. Конечно, карпа, бы карпа дикого, а пока только караси. Какой лапоть. Сопротивляется. Смотрите, мой первый мишкинский карась попался. Пока так, первый раз закинул на два бойла, так как еще поводков со вчерашнего дня у меня не осталось, нормальных, готовых. Смотрите, клюнул на два тонущих бойла. Мой старый флотмикс заканчивается, вот я хочу сейчас замешать новый. Но буду я его мешать с добавлением дробленой кукурузы. Может, конечно, это все зря и бесполезно, но будем пробовать. Вот я немного в контейнер кукурузы накидал. Буду сейчас его такими ножничками дробить. Вот я более-менее размолол кукурузку. Закидываем ее в ведерко. Все. Вот этот весь сок там оказался. Потом я беру немного приклонки. И засыпаю все это дело. Вот их немного черненькой. Что у нас есть поличание? Спецочки были. Сейчас пока размешаем это и посмотрим, сколько нам надо будет еще воды, чтобы доувлажнить все это дело. Добавляю немножко воды. Да, с водой, конечно, переборщил. Значит, будем добавлять сейчас сыпучую смесь. Да, тут, конечно, не такая классическая флотфидерная прикормка получится, рассыпучая. Такая немного липковатая. Я тут заметил, что карасю такая прикормка здесь по душе. Так, ну немножко еще фадеева, чтобы влагу забрать. Опа. Ну все, будем ждать, пока прикормка приготовится. Вот я уже начал вязать поводок для одиночного вафтерса. Думаю, будет сегодня отличная насадка на этого карася. В чем плюс этого поводка, то что он отлично подойдет еще для ловли на одиночную кукурузку. Ну я тоже сегодня попробую ловить. Фиксируем вафтерс на волосе. Смотрим расстояние нужное. И начинаем наматывать. Крючок у меня крэнк 10 номера, что на левой удочке, что на правой. На правой я уже поставил
одиночную кукурузку на карпа вдоль берега. Так как тут в основном поплавочники ловят его вдоль берега, вот я и тоже решил попробовать закинуть также флетку. Ну и ловят в основном, как говорят, на кукурузу. Ну и на червя. Червя я ставить не стал, а поставил кукурузку. В надежде, что карпу она понравится. Так. Продеваем в ушко все это дело. Опа. Хорошенько затягиваем. Получился вот такой вот хороший поводочек. Сейчас я еще, конечно, петельку здесь сделаю. Так, какая длина, например, нужна? Ну, такая, я думаю, подойдет. Еще покороче. Делаем два оборота, чтобы узел не развязался. И затягиваем. Так. Сейчас еще затяжечка, чтобы покрепче была. Так, отрезаем лишний волос. И все. Вот он поводочек. Так, вот он, старый поводочек у нас с двумя бойлами вареными. Так, сейчас выкинем. Так, старый мы поводок отрежем. То, что карась, конечно, клюет, это хорошо, но хочется все-таки поймать сегодня карпа. Тут уже некоторые рыбаки говорят, что выходы его были, он тут плескался. Буду, конечно, сегодня пробовать его поймать. Вот такая вот насадочка маленькая. Думаю, отлично подойдет для нашего карася. Корм еще со вчерашней рыбалки с течения остался. Это такой вот липкий. Раньше я тут закидывал вообще далеко. Но посмотрев на местных рыбаков, я понял, что рыба в основном стоит вся около берега. Далеко кидать здесь не надо, метров 20, наверное, 30, не дальше. Вот делаю забросик. Все, больше не надо. Он только сел покушать, и вот такой вот карась опять. Не хочет выходить на берег. О. Здоровый за нижнюю губу на желтый вахтерс. Посмотрите, какой тяжелый. Блин, вообще, наверное, грамм по 700 они тут идут или по сколько. Вообще тяжело их тащить. И сопротивляются они хорошо. Гнут даже краповик. Так, вот решил еще поставить вареный бойл 10-миллиметровый, желтенький. Как вы видели в начале, карась на него тоже неплохо клюнул, даже на две штуки. Значит, на один он тоже должен хорошо клевать. Потому что на вахтерс мне уже надоело таскать этих карасей. Посмотрим, что будет на вареный бойл. Опа. Сейчас такая вот черненькая конфетка с желтой вкрапинкой. Будем закидывать сейчас. Вот и клев у меня пока что закончился. Продолжался он где-то 2-3 часа с момента приезда.
Ну и сейчас подошел ему конец. Это говорит о том, что рыба не стоит на месте, а ходит по водоему в поисках пищи. Тут, в принципе, всегда так было и в прошлом году. Час, два, три, например, рыба клюет на этом месте, идет дальше. Поклевки там начинаются у других людей, которые стоят дальше по берегу. Работала сегодня комбинация желтого вафтерса размером 10 мм и крючком кренка 10 номера. Карась хорошо клевал, засекался, и исходов не было. В принципе, мне эта комбинация и по карпу нравится. Засечка хорошая, карп всегда доводится до берега, и исходов практически не бывает. Ну, думаю, на этом карасе с Чикаго мы закончим эту рыбалку. Посмотрите, одну удочку я уже вымотал, вот только хотел выматывать вторую, и попался вот такой вот мощнейший карась. Думаю, в нем полкило, наверное, точно есть, а то и грамм 600. Просто здоровенная машина. Не знаю, в следующую рыбалку, я сказал, буду что-то пробовать, тут пытаться ловить. Буду искать точку карповую, попробую немного закормить, наверное, даже. Вот. Но это уже будет суточная рыбалка, когда типа теплеет. Потому что в такой холод, думаю, будет невозможно так долго находиться. Вот. Но караси клюют даже в холод, посмотрите. Вот. Как-то вот так вот. Буду его отпускать. Ну, карасик, пусть дальше живет, растет.